Поток туристов, приезжающих в Сингапур, заметно снижается в последнее время. Из-за мирового экономического кризиса в прошлом году число людей, посетивших островное государство, снизилось на 3,1%. Если в 2013 году Сингапур посетило более 15,5 миллионов туристов, то в прошлом году их было на 500 000 меньше. Большинство путешественников приезжало из Индонезии, Китая, Малайзии, Австралии и Индии. По словам сотрудников управления туризма Сингапура, в прошлом году поток туристов из вышеперечисленных стран сократился до 24%. Вообще валютные кризисы страдают прежде всего сырьевые экономики. И, соответственно, из-за этого, конечно же, туристов стало меньше. Также мои коллеги, малайские, китайские коллеги, жалуются, что туристов из Китая, Индонезии и Малайзии стало гораздо меньше.